Многие люди уделяют внимание только на ибадат, на поклонение. То есть спрашивают там у знающих ахкам, то есть хукм такого-то, такого-то положения. Халяль ли это, харам ли это, ваджиб, макрух, мустахаб. То есть какие ошибки во время намаза, как правильно поститься, какие там условия. Это все, альхамдулилля, это все правильно. Ведь мусульманин должен поклоняться Всевышнему Аллаху, субхана ва та'аля, сознаниями и приближаться к Аллаху субханаху ва тааля посредством того, что Аллах субханаху ва тааля приказал. Но однако при этом многие люди на сегодняшний день задумываются только, не задумываются о своих деловых отношениях. То есть, там, например, если касательно намаза, он там очень строг к этому подходит. А когда относится к торговле или права другого брата, то тогда в этом случае он не спрашивает, иногда бывает там делает как хочет, то есть переступает дозволенное. Поэтому это тоже как бы не менее важно, муамалят, чем ибадат. И бывает, что выстроить правильное взаимоотношение в торговле намного сложнее, чем выстроить отношения между рабом и Всевышним Аллахом, субхана ва тааля, чем в ибадате.